К мечте о собственном жилье стали реальностью для 60 актюбинских семей. Заветные ключи от новых квартир в новом микрорайоне получили представители социально уязвимых категорий населения. Мама шестерых детей Карлыгаш Садыкова поверила в новогоднее чудо. Этого дня, признается женщина, ждала долгих 10 лет, поэтому отчасти сегодня даже расплакалась. Переехать из холодного дачного домика обещает уже завтра. Спешит навести в новой квартире порядок и уют. Все эти годы мы жили на даче, топили печь. Мечта о собственном доме сегодня сбылась. Я благодарю всех, кто нас поддерживал и помогал. Желаю счастья в новом году. Заветные ключи от новых квартир получили 60 представителей социально уязвимых слоев населения. В основном одинокие и многодетные мамы. По категории многодетные матери за 2020 год было выделено, обеспечено 400 квартир. Из них по программе «Бахта отбасы» 100, а остальные по предоставлению арендного жилья без права выкупа, которые не кредитные, а в рамках очередности предоставляется. Всего в очереди на получение жилья по 6 разным категориям сегодня состоят 24 тысячи актюбинцев. В этом году в рамках программы «Нурлы жер» построили больше 1 000 квартир. Айсулу Махмутова, Айбек Даутов, Актюбе, Хабар 24.